ассортименте сейчас идут скидки на новогодние наборы Kinder. Да. 200 грамм стоит 69 рублей. Да. А есть еще побольше подарок за 99 и поменьше подарок за 49. Откроем, посмотрим, что в этом подарке. Как он тут открывается? Вот такое окошко? Да, вот такое окошко. Что у нас тут за 69 рублей? У нас тут есть киндер-шоколад. 50 грамм. Да. Вот там есть. У нас есть киндер со злаками. Да. Подожди, Зайка. Киндер Макси. Три штучки. Буэна. Лапинки. И... Да! Эльдарка будет смотреть, что в киндере. Да. А еще вот такие подарки Кенти по скидке. 49 рублей 300 грамм. Аленка. Здесь у нас внутри конфеты Аленка. Разные прикольные конфеты. Печенюки с вафлями конфеты. Короче, много разных шоколадных конфеток Аленка. Вот такие у нас идут конфеты в наборе Аленка. Еще один киндер за 69. Ну что, сынок, открыл? Еще одна Аленка. Машинка? Покажи, какая. Еще один киндер. Детская кашка Nestle молочная. Вот, 85 рублей. Вот что мне попалось. Машинка зеленая? Да. Опять. Ух ты. Это пальчики. Вафли 365 дней, 200 грамм, 29 рублей. Яйца лента 10 штук, 43 рубля вроде. Держи, киндер. Только весь шоколад не ешь, на завтра оставь. Мисочку положим. Капуста, килограмм 10 рублей. Еще одна Аленка. Морковь 28 рублей килограмм. Хлебный дом. На вкус такой ничего. Такой ничего вкусный. 40 с чем-то рублей. Апельсин целая куча. 60 рублей килограмм. Майонез Кальве. Самый такой нормальный майонез, который нам нравится, это Кальве. Семечки бабкины сейчас по 45 рублей 300 грамм. Колбаса вязанка тоже вкусная, по составу на первом месте говядина. Короче, 500 грамм стоит 119 рублей одна. Один батон. Фасоль и кукуруза лента. Фасоль вроде бы 29 рублей, а кукуруза вроде бы 35 рублей. И фасоль и кукуруза у ленты вкусная. Молоко простоквашино отборное по скидке 39 рублей литр. Почти литр. Ну и картошка. Такие вот покупки из гипермаркета Лента на 1600 рублей. До скидки было в два раза больше. Сейчас идет очень большая скидка на новогодние наборы. Поэтому кто в Питере, где еще такое есть, любит сладости, покупайте. Ешьте.